Город моего детства стремительно меняется. Я взрослею и понимаю, что мои дети не увидят город таким, каким вижу его я. Для любого человека важно знать свою историю. Не только страны, но и города, где они родились. Я очень люблю рассматривать старые фотографии. Для меня это возможность перенестись в прошлое, увидеть город таким, каким он был, когда меня еще не было. Фотография для меня — это возможность остановить время, сохранить то, чего завтра может не быть. Со временем появилось желание создать книгу, чтобы последующие поколения увидели то, каким город был много-много-много лет назад. Я начала собирать материал, копить его, но когда вникла во все тонкости и нюансы, я поняла, что это утопия. Это просто невозможно реализовать в одиночку, это точно. Я вошел в этот проект, потому что мне показался интересным, и я решил помочь Ире его реализовать. У нашего города очень богатая история. В быту, в суматохе дней мы не чувствуем этого, потому что что мы видим? Дом, квартира, работа. А чтобы увидеть историю города, достаточно просто выйти из дома и оглядеться по сторонам. Мы поняли, что город — это не только улицы, по которым мы ходим каждый день, но и окрестности, тесно связанные с его историей. И мы хотели, чтобы каждый житель почувствовал, что является частью истории города. Давно в городе не было праздника книги. Я даже не представлял, что у нас настолько много всего есть в Клину. Конечно, присутствует желание побывать в этих местах самой. Она знакомит людей с историей, с его культурой. Для кого-то будут открыты новые страницы. Это замечательно. Появилась цель, есть возможность. Они взяли и сделали. Если мы не будем мечтать, мы не будем двигаться вперед. Это мотивация в своем роде. Мотивация сделать что-то большее. Нужно просто ставить цели и добиваться их выполнения. Этому миру нужны мечты.